На проезжей части до сих пор наблюдается снежный накат и гололед. За минувшие сутки сотрудниками ГИБДД города Владивостока оформлено 46 материалов о дорожно-транспортных происшествиях. Одной из причин замедленного движения автотранспорта является неубранный с обочины снежный вал и припаркованный вдоль проезжей части транспорт, который мешает коммунальным службам проводить расчистку дорог. Но и не стоит забывать о том, что ежегодно накануне празднования Нового года наблюдается увеличение количества транспорта на улице города Владивостока. Горожане, а также гости города устремляются в магазины, торговые центры за покупками, вследствие чего плотность транспортного потока, особенно вблизи торговых центров, становится выше.